Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Сейчас мы разберем задание номер 1065. Здесь надо назвать абсциссы и ординаты данных точек и построить их в системе координат. А. Точка А с координатой минус 3, 4. Итак, абсцисса – это координата x, то есть это первая координата для точки. Ордината – это координата y, это вторая координата для точки. Поэтому для этой точки минус 3 – это абсцисса, а 4 – это ордината. Точка Б. Точка Б имеет координаты 4, минус 2. Для этой точки 4 – это абсцисса, а минус 2 – это ордината. Теперь точка С. Точка С имеет координаты минус 2, минус 4. Для этой точки минус 2 – это абсцисса, минус 4 – это ордината. Последняя точка заданий А, точка Д, имеет координаты 5, 2. 5 – это абсцисса, 2 – это ордината. А теперь мы построим эти точки в системе координат. Сначала мы построим систему координат, то есть оси x и y. А теперь отметим точку А. Координаты минус 3, 4. Минус 3 по оси x – это влево по координатной оси. И 4 – это вверх на 4 клеточки по координатной оси y. Итак, точка А. Точка B – 4, минус 2. 4 – положительное направление оси x, 4 клеточки вправо. Минус 2 – отрицательное направление оси y, 2 клеточки вниз. Точка B. Точка C – минус 2, минус 4. Минус 2 по оси x влево, минус 4 по оси y вниз. Точка C. И точка D – 5, 2. Положительное направление по оси x 5 вправо единичек клеточек и 2 вверх, 2 клеточки вверх. Точка D. Мы с вами сделали А. А теперь сделаем Б. То же самое. Итак, точка Е с координатой 0, 4. Здесь 0 – это абсцисса, а 4 – это ордината. Точка F с координатой 0, минус 4. Здесь 0 – это абсцисса, а минус 4 – это ордината. Точка М с координатами 3, 0.
Здесь три. Это абсцисса, а ноль – это ордината. И последняя точка. Точка N с координатой минус 3, 0. Здесь минус 3 – это абсцисса, а 0 – это ордината. Ну а теперь построим эти точки в координатной, в системе координат. Для этого построим ось x и ось y. Итак, теперь отметим эти точки в системе координат. Точка E 0, 4. Первая координата абсцисса равна нулю. Значит, эта точка лежит на оси y. 0, 4 клеточки вверх. Это будет точка Е. Точка F 0, минус 4. Тоже абсцисса равна нулю. Значит, точка лежит на оси Y. Только на отрицательной оси Y. Минус 4 вниз. 4 клеточки вниз. На оси Y. Это точка F. Точка М. 3, 0. Ордината равна нулю, значит, точка лежит на оси Х. Вправо 3 клеточки от начала координат. Точка М. И точка Н. Минус 3, 0. Она тоже лежит на оси Х, только влево от начала координат в отрицательной плоскости Н. Мы отметили все точки и сделали задание номер 1065. Если вам понравилось видео, смотрите остальные наши решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.